съездили с Настей, получили документик. Сейчас еще поеду на почту отправлять посылочки подписчикам. Еще что-то получила. Надеюсь, я сегодня успею распаковать еще. Потому что куча дел. Сейчас страховку должны. И я вспомнила, что у меня таблетки. Я сегодня выпиваю последнюю таблетку. И у меня больше нету. Мне нужно сейчас срочно заказать таблетки. Сейчас побегу домой, закажу и поеду обратно за таблетками. Еще мы получили документ, поехали, купили билет на завтра на экспресс, чтобы доехать до аэропорта. И потом зашли в Сушия, да. Настя там мне показала, как она учит польский к нашей поездке. Вот предлагаю вам посмотреть немножко. Давай. Спробовали выше. Спробовали выше. Помогли бы ще на телефон. Настя учится у нас. Почебовали бы шмы. А быстро надо. Почебовали бы шмы. Это заговор злой. Ну, короче, завтра будем учить его. Больше чуть. Будем мы. А еще я сняла, как очень прикольно мой муж прыгает с этой вороной, которую мы спасли. В общем, сейчас я вам тоже покажу вообще, как по мне, так достаточно ржачно. И я все время жалею, что я очень мало снимаю их вместе. Ну, я как-то постоянно занята другими делами. Хотя, мне кажется, это было очень прикольно. Смотрите.